пятницу около 2 часов дня в районе Дворца молодежи произошло столкновение. Водитель ВАЗ-2105 при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущества «Шевроле Орландо». В результате аварии пострадавших нет, а оба автомобиля получили технические повреждения. Ехал, видите, по крайней левой полосе. Товарищ выезжал, потому что правая полоса вся занята. Не уступил мне, получилось ДТП. Как вы считаете, во сколько обойдется вам ремонт? Что? Ну, вы как считаете, во сколько это обойдется? Вам придется заменять дверь или все-таки это можно выровнять? Нет, это, наверное, уже нельзя выровнять. Хотя с нашими умельцами все можно, но это, наверное, бесполезно. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники госавтоинспекции. Были произведены необходимые замеры, опрос участников ДТП и свидетелей, составлены протоколы. По информации нашего источника в органах внутренних дел, виновником аварии признан водитель отечественного автопрома. Теперь ему назначен административный штраф в соответствии с законодательством. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.